Начало учебного года – важное и ответственное событие в жизни каждого военнослужащего. Процесс овладения новыми знаниями и навыками непростой, но в 111-й гвардейской артиллерийской бригаде, а также 48-м отдельном батальоне радиоэлектронной борьбы приложат все усилия, чтобы добиться высоких результатов в боевой подготовке. У нас есть подготовленные командиры, которые обучают личный состав, которые расскажут, покажут этому личному составу, как им действовать, как осваивать новую технику. В новом учебном году личному составу я желаю успехов, здоровья, освоить свою специальность, свои навыки, профессиональную подготовку. Будем выполнять задачи на различных полигонах в Республике Беларусь, также постоянно совершенствовать свою выучку полевую. Я уверен, что все задачи, которые поставлены перед батальоном, будут выполнены на хорошем, должном уровне. На торжественном митинге отмечали лучших по итогам служебной деятельности за 2020-2021 год. Поздравляли с присвоением новых воинских званий, а для кого-то этот митинг стал прощанием со службой. Время пролетело, все быстро. Вот, как говорится, помню даже, когда вот призывался на срочную военную службу. Вот, прослужил я общего стажа 28 лет. Хочу, ну, всем военнослужащим, с которыми служил, сказать спасибо огромное за совместную военную службу. Вот, пожелать, чтобы не болели. Вот, и, как говорится, свои знания и умения применяли только на учениях. В этот день было сказано много напутственных слов от офицеров, ветеранов и военнослужащих в адрес нового пополнения. Для каждого из них этот год станет особенным, сложным и интересным. Нашим военнослужащим предстоит освоить такие специальности, как командир орудия, номер расчета, командир отделения вычислитель, командир отделения топогидезист. Занятия будут организованы, одиночная подготовка военнослужащих. Также далее мы планируем военнослужащих подготавливают в системе подготовки по специальности. Ну и далее, после подготовки по специальности, у нас пройдут этапы слаживания. Учебный год, я думаю, пролетит как бы быстро, незаметно, как бы весело. Будут освоены нами воинские специальности, получены. Станем настоящими воинами. В новом учебном году военнослужащих ждет огневая подготовка с практическим выполнением упражнения учебных стрельб, занятия по специальной подготовке с боевой стрельбой, а также полевой выход. Людмила Лагодич, Андрей Щерба, Юрий Лимонтович, телекомпания БУК-ТВ.